Сейчас 8 утра. Я на маршруте. Я занимаюсь Nordic Walking или пешая норвежская ходьба. Я сейчас нахожусь на высотке. Мне видно озеро, о котором я уже много раз рассказывал. Покажу, что для этого надо. Итак, вот это называется стоки или просто палки. Они очень похожи на лыжные палки, только у них на конечник не снегоопорные кольца, а вот такие резиновые насадки, они сменные. Если вы идете по гололеду, или вот как здесь сейчас, после дождя, мокрые дорожки деревянные, видите, я буду сейчас спускаться с горки, сняв штоки, чтобы иметь металлическую опору на конечник. Вот это грузы на руки, вес их по полкило, вот так они крепятся, ну и соответственно перчатки. Это все, что надо. А нет, нет, нет. Еще нужны кроссовки. Причем не облегченные беговые, а нормальные для походов. Потому что вы пойдете и по полям. Если понравится, а вам понравится, вы пойдете еще куда-то. Вы пойдете в горы. Поэтому обувь должна быть не шикарная, но крепкая и удобно сидеть на ногах. Есть такая замечательная программа Endomondo. Она отражается и на мобильном телефоне, и ее можно найти в интернете со своими данными. В результате оказалось, что сегодня я прошелся с определенной скоростью, определенное расстояние, потратив определенное количество калорий. На свежем воздухе, никаких спортивных залов, никаких потных соседей. Рекомендую.